Подготовка учителей к реализации учебного курса на базе Арктического университета началась еще в 2009 году, а 1 сентября 2012 года приказом Министерства образования и науки России он стал неотъемлемой частью учебного плана общеобразовательных школ по всей стране. Сегодня по многочисленным просьбам окружных педагогов представители САФУ приехали в Нарьян-Мар, чтобы ответить на все вопросы, связанные с введением и реализацией курса. Юлия Сибирцева, заведующая кафедрой культурологии и религиоведения САФУ, знает об этом предмете все и даже больше. Она отмечает, основы религиозных культур и светской этики – курс, который в первую очередь направлен на формирование у ребенка знаний о культурных и религиозных традициях многонационального народа России. Принцип, который, в общем-то, явился толчком для появления основ религиозной культуры светской этики, это принцип толерантно-уважительного отношения и уважения к своей культуре и к другим культурам. Принципиальной особенностью учебного курса является его добровольный характер. Отказаться от него, конечно, нельзя, но есть возможность выбора. Из 6 модулей родители несовершеннолетнего школьника могут выбрать любой. Это основы мировых религиозных культур, основы светской этики, основы православной, буддийской, исламской или иудейской культуры. Педагоги отмечают, модуль будет преподаваться, даже если его выберет один ученик. Светлана Карипанова преподает необычный курс уже 2 года, точнее один из его модулей, и признается, с каждым годом желающих становится все больше. Ребята, в принципе, с удовольствием выбирают этот блок. Это блок «Основы мировых религиозных культур». Первый год, конечно, было очень сложно, но, опять же, у нас были курсы, и там давали очень много различных материалов, которые необходимы для преподавания. И самое главное, что я ребятам говорю о том, что этот курс, РУКСЭ, он не для того, чтобы приобщить ребенка к той или иной религии. Потому что в данном курсе идет сравнение просто культуры, общения и так далее. И ребята с удовольствием, конечно же, посещают занятия. Основы мировых религиозных культур наряду с основами светской этики и основами православной культуры пока являются самыми популярными модулями, хотя все они, безусловно, интересны и взаимосвязаны между собой. Содержание каждого из них организуется вокруг таких ценностей, как отечество, культура, семья и религия. Упор делается на духовно-нравственное воспитание, уважение, толерантность и, конечно, расширение кругозора. Уже 3 года подряд Центр развития образования проводит мониторинг мнения родителей по поводу этого курса. Результаты не могут не радовать педагогов. Предмет детям нравится. Полагаю, что в общении с детьми выясняется, что предмет детям нравится, дети заинтересованы, и в целом вот такая положительная оценка. Курсы для учителей, преподающих основы религиозных культур и светской этики, продлятся до 17 октября. Окружных педагогов ждут семинары, дискуссии, круглые столы, непрерывный обмен опытом и мнениями. И все для того, чтобы сделать свои уроки в школах насыщенными и яркими. Ирина Цепетова, Роман Делимарский, телеканал «Север».